Смотреть церемонию открытия можно и под открытым небом. В городе работают 5 фан-зон с огромными экранами. В фан-зоне на острове Татышев сейчас находится и мой коллега Илья Филонов. Илья, сколько человек пришли посмотреть шоу? Да, Катя, я нахожусь в фан-зоне в парке Универсиады. Ориентиры – это остров Татышев, Вантовый мост. Сейчас к этой минуте сюда подошли, ну, порядка 200, наверное, человек. Буквально через 16-15 минут им покажут то самое открытие Универсиады. И сюда приходят, в принципе, почему бы нет, места полно, погода радует. Ну, а, собственно, чего хотят увидеть жители на этом открытии, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, как вас зовут? Алексей. Алексей, а почему пришли сюда? Почему не остались дома по телевизору смотреть? Ну как, такое событие? Разве можно дома остаться? А чего ждете от открытия? Что-то знаете, что-то слышали? Что-то знаете, что-то слышали об открытии? Чего ждете? Всего очень хорошего. То есть ничего конкретного? Всего-всего. Но на самом деле это все, что известно и нам об этом открытии. А известно немного. Главный режиссер этого шоу Илья Авербух. Он принимал участие как один из постановщиков сочинского открытия. Под его руководством на лед арены Платинум выйдут порядка 1000 человек. Все это лучшие красноярские коллективы. Спортивные, вокальные, танцевальные. Известно, что будут звезды. По нашей информации, это Алексей Воробьев, певицы Зара и Нюша. Все остальное сейчас под грифом «Секретно». До сего момента репетиции запрещено было снимать, обсуждать с друзьями или с семьей. Участникам нельзя было разговаривать с журналистами, а волонтеров вообще не пускали на трибуны. Но все секреты раскроются буквально через 15 минут. Можно прийти еще сюда, но похожие экраны находятся также на Театральной площади, на площади Мира, перед большим концертным залом, а также возле торгового центра Красноярья и на восточной стороне острова Татышев. Это где главная городская елка. Можно прийти туда, а можно остаться дома и не переключаться, потому что в 20 часов 19 минут прямая трансляция церемонии открытия будет прямо на телеканале ТВК. У меня все, студия. Сможем подключиться к Платинум арене. Спасибо, Илья. Это был Илья Филонов. Он находится в парке Универсиады, где установлен огромный информационный экран. И там можно посмотреть открытие зимней Универсиады под открытым небом.